Ну а у нас пришло полное понимание того, что как только мы узнаем оценки, которые наши многоуважаемые судьи приготовят прямо сейчас для наших пар, мы фактически после награждения, например, награждение для танцоров уровня Rising Star 01 у нас уже готовы, поэтому сразу после выставления оценок мы перейдем именно к награждению. Не убегайте никуда из зала, будьте готовы наградиться. Ну а после этого третье отделение. Скорее всего, оно будет очень ярким, насыщенным, интересным. Поэтому, если вы подумали о том, чтобы уехать, я бы на вашем месте не стал бы этого делать. Уважаемые списки бригады, как будете готовы, просто встать в своих рабочих мест, тем самым мы будем понимать, что вы выбор свой сделали, вы готовы продемонстрировать свои оценки и нашим танцорам. Ну что, уважаемые партнеры, вы можете развернуться уже лицами, на вас никто не смотрит, а это значит, что пошла последняя часть, а именно подсчет баллов возможные или подведение конечных итогов того, кто из вас должен занять сегодня первое место, а кто, к сожалению, только второе. Ну что? Давайте мы узнаем, как же, по мнению судейской бригады, должны были распределиться места для пары под номером 25. Пара получает 7-е, 5-е, 8-е, 2-е, 6-е место. Место для пары номер 32. И пара получает 2-е, 4-е, 5-е, 6-е, 5-е место. Места для пары номер 96. 4-е, 8-е, 7-е, 7-е, 3-е место. Места для пары номер 120. 5-е, 1-е, 1-е, 4-е, 4-е место. Места для пары номер 197. 6-е, 2-е, 4-е, 1-е, 1-е место. Места для пары номер 223. 3-е, 6-е, 3-е, 5-е, 7-е место. Места для пары номер 229. 1-е, 3-е, 2-е, 3-е, 2-е место. Ну и наконец, места для пары номер 279. 8-е, 7-е, 6-е, 8-е, 8-е место. Спасибо огромное. Это был финал номинации Rising.